Ну, я сейчас худею, я сейчас похудею до 80. На последний сезон я 80 катался. А зачем? На Олимпиаде 70. Ну, потому что вот тут не очень. Спина? Вот здесь выглядит не очень. А, тебе не нравится? Жирок не нравится. Да ну ты что, наоборот, статусность. Миш, привет. У нас такая рубрика сейчас новая. Называется «90 секунд». Тебе максимально быстро нужно ответить на максимальное количество вопросов. Давай. Ты готов? Не задумываясь, да, получается? Ну, будешь думать, будешь долго отвечать. Хорошо. Поехали. Сможешь собрать кубик Рубика? Нет. Любимый напиток? Пепси. Love you. Bye. Опиши себя тремя словами. Маленький, веселый, быстрый. Ты боишься летать? Нет. Твой любимый овощ? Помидор. На скольких языках ты можешь заказать поесть? На двух. Кто самый веселый в вашей группе? Алексей Николаевич. Раз, два, три, Пока поищи. Твой любимый ютубер? Академик. Она постоянно елозит задом. Утро или вечер? Утро. Пока на расслабоне, на чиле. Кто из фигуристов живет ближе всего к тебе? Уф, без понятия. Любимый цвет одежды? Синий. Синий Lamborghini. Кем бы ты был, музыкантом или актером? Музыкантом. Твой любимый город? Санкт-Петербург. Любимый мультфильм? Их много. Твое выступление на чемпионате мира одним словом? Неплохо. Not bad. Ты пробовал индийскую кухню? Нет. Почему у тебя такая прическа? Так супруга подстригла. Твой талант, о котором мы не знаем? Я умею жонглировать. Баскетбол или плавание? Ни то, ни другое. Какой у тебя рост? 167-168. Бургер или пицца? Пицца с бургером. И сейчас последний вопрос, который в зачет не пойдет. Как ты думаешь, на сколько вопросов ты смог ответить? 12. 22. Ого. Ты просто всех уделал, блядь. Пока что. Серьезно? Да. Так а что тут думать-то? Вопросы простые. Есть. Там, смотря какие вопросы, у всех же разные. А, ну, какая у тебя кличка в детстве? Гулливер, я ее так знал. А Гулливер уже был этот, Гурулев? Нет. Я потом стал Гулливером. Младшим. Она передалась.